Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем монтировать теплицу Уральская VIP 4х4. Это будет по сути не теплица, а навес над детским бассейном. Сейчас готовится основание, будем собирать каркас. Пока разгрузились, приступаем к монтажу. Каркас теплицы мы построили, сейчас будем устанавливать конек, после чего начнем крыть крышу. Все закреплено, выровнено. Все стоит. Начался монтаж навеса над бассейном. Сделано на базе теплицы Уральская VIP. Размер, ширина 4 метра, длина 4 метра. Цельная дверь с одного торца, форточка торцевая с другой стороны. Есть две стеновые форточки. Стоит все на брусе 100 на 100, пропитан септиком, закреплен к земле с помощью якорей. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20 на 40, арки в виде ферм, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотности. Торцы защищены торцевым профилем. Также по периметру имеется резиновый торцевой уплотнитель, чтобы было погерметичнее. Вот такая отличная, очень прочная, объемная теплица навес у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем